5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Всем привет. Привет всем. Сегодня я покажу вам скоростное прохождение игры Hitman Blood Money. Это самая известная и популярная часть из серии Hitman. В принципе, думаю, она не нуждается в особом представлении. Ран будет проходить в категории Any Percent. То есть особенность этой категории в том, чтобы выполнить минимальное количество заданий и пройти игру как можно быстрее. То есть рейтинг не важен в этой игре. Ну, в общем, отчет начинается с момента, как заканчивается загрузка после первого уровня. Точнее, перед первым уровнем блока. В общем, отсюда начинается отсчет времени. В этой миссии нам нужно убить две цели. Одну из них мы уже убили. Не получилось красиво взорвать мину с помощью выстрелов из автомата, к сожалению. Но это дает таймлуз примерно секунды в 4. Сейчас нам нужно будет спуститься по лифту вниз. Сначала дождаться, пока приедет рабочий на лифте, и после этого уже спуститься вниз к самолету. Где мы и завершим первую миссию. Особых каких-то гличей или багов в этой игре нет. Есть некоторые моменты, которые используются именно в Any Percent категории. Потому что для ПРСО, для категории ПРСА это просто бесполезно. Например, небольшой скип, который я покажу в третьей миссии, если получится. Потому что это рандомный скип. Ну и немного в остальных миссиях. В этой миссии нам нужно убить также две цели, и больше ничего делать не нужно. Сейчас я выстрелил в этого копа, при этом достал оружие с определенного расстояния, находясь от него, чтобы вторая цель, которая была на балконе, начала спускаться вниз, и мы просто по пути захватили ее и завершили миссию. Сейчас будет третья миссия. Сначала нам нужно будет взорвать мину, чтобы санитары выбежали, открыли нам все двери. Санитары из морга. Хотя нет, все-таки морг в начале миссии находится, в начале локации. Ну, в общем, сама локация представляет из себя больницу для лечения зависимости от алкоголя. Кстати, так, привет, Вальдемар, Пиздарья, Пок. И всем остальным, кто меня смотрит. В этом Hitman есть категория прохождения в стиле Silent Assassin, да. Сейчас проходит 30-секундная катсцена, которая уже прошла. Я забыл спрятать автомат. Потерял сейчас секунды две, наверное, из-за этого. И сейчас будет вторая половина катсцены, тоже около 30 секунд идет. В общем-то, что мы сделали? Мы добрались до агента Смита, которого не хотят выпускать отсюда, из этого заведения. И, в общем-то, мы ввели ему препарат, который делает его для врачей мертвым. И после того, как мы выйдем из этой локации, санитар повезет агента Смита в морг. Нам нужно будет около 2 минут ждать, пока Смит доедет до морга, после чего только мы сможем завершить миссию.
Далее сейчас нам нужно убить одну из целей. Основную цель. Но я убиваю три цели, потому что у меня есть большой запас времени. И, в принципе, почему бы не убить три цели? К сожалению, не получилось показать еще один небольшой момент из этой игры. Который можно отнести к гличам. В общем-то, если бы наша цель стояла прямо в проходе возле бассейна, то, в общем-то, мы смогли бы просто стоять, и в нас бы никто не стрелял. Сейчас я переоделся. Гварды, которые внизу находятся, не знаю, как я выгляжу, но они о чем-то догадываются, но никогда не догадаются. В общем-то, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать что так, чтобы этот коп открыл мне дверь. И у меня это получилось примерно со второго раза. Это нужно для того, чтобы скипнуть 3 секунды. 3 секунды и быстрее завершить миссию, быстрее уколоть агента Смита второй раз. То есть мы его умертвили, и сейчас нужно оживить его. Вот он едет. Можно назвать это гличом. Ведь в этой игре особо гличей нету. Я так понимаю, не заруинить, не умереть тут невозможно. Ну, умереть и заруинить вполне возможно. Но это все больше зависит от того времени, на которое нужно пробежать. Типа, если просто сделать no reset run в этой игре, то я думаю, в принципе, ничего сложного не будет. Именно в категории в этой. К сожалению, не лучший рандом выпал сейчас. В этой миссии нам нужно убить одну цель и взять микрофон с тела другой цели. Спасибо, Render Time, Вальдемар. Ок. Как неожиданно и приятно. Сразу скажу, что я остановил, наверное, слишком много времени для эстимейта. Сейчас, что я купил, в общем-то, три основные вещи. Не повезло с рандомом. Три основные вещи я купил сейчас. Это детонатор с максимальной дальностью. Дополнительная мина и бронежилет, который на самой легкой сложности нам, конечно же, очень поможет. Хорошо кинул мину, она убивает цель. Сейчас чекаем, где находится последняя цель на втором этаже. Окей, хорошо. В общем-то, эта миссия, наверное, самая сложная миссия в плане того, что она руинит все раны вообще. То есть для получения хорошего результата в полном ране этой игры категория должен выпасть идеальный рандом. Не смог закинуть мину почему-то. Ну и мне сейчас выпало 33%. И, в общем-то, я убил с помощью мины другую цель. Ну, в общем-то, не повезло с рандомом здесь, конечно, очень не повезло. Если бы повезло, это было бы секунд на 30 быстрее, как минимум. Сейчас я взорву эту мину в тайминг музыки. Для того, чтобы цель, которая находится на самом верхнем этаже, выбежала из балкона к рандомной точке. К рандомной точке.
там примерно около 5 разных точек есть, но они все нам подходят, потому что они все будут быстрее для нас, чем если бы цель стояла на балконе. Сейчас можно будет... Окей. Вот наша цель. Сейчас еще я подобрал видеокассету, которую также обязательно подобрать нужно в этой миссии для ее прохождения. Ну и сейчас будет небольшое падение. Хотя, наверное, для этого рана это будет самое большое падение с самой большой высоты. В этом нет ничего сложного вообще. Ничего сложного в этом нет. Но выглядит неплохо, в принципе. Сейчас я проверю, доступны ли... Уже недоступны некоторые апгрейды, которые, как я понимаю, становятся доступными рандомно, к сожалению. Сейчас я убил одну из целей. В этой миссии у нас больше всего целей, если я правильно помню. Нам нужно убить 6 целей. Сейчас я кину мину прямо вот здесь. Она убьет цель, которая внизу находится в этот момент. Если открывать двери с помощью выстрелов, это будет намного быстрее, чем если бы я открывал двери с помощью... обычного открытия дверей. Надо поменять оружие, потому что у меня один патрон остался. И при этом еще одну цель нужно убить. Вот она. Перезарядка очень долгая в этой игре. И во время перезарядки единственное, что можно сделать... Сейчас еще один небольшой прыжок был, точнее падение. Единственное, что можно сделать во время перезарядки... это открывать двери. В этой миссии нам нужно убить две цели. Одну из них я убью с помощью мины. Это единственная миссия в игре, где мы можем спокойно ходить с оружием, и нам никто ничего не сделает. Окей, вроде бы хорошо, кинул мину. Да, хорошо. Ну, в общем-то, сейчас я убил одну из целей с помощью TMP, и вторую цель убил с помощью мины. Взял ключ от лодки у священника, и на этом миссия завершена. Переходим к следующей миссии. Сразу нужно будет сделать лимобусты здесь, но... они получились у меня сейчас просто ужасно. И я забыл, кстати, проапгрейдить Silver Boiler. Теперь у меня будет 9 патронов вместо 18, будет немного сложнее. Ну да. Сейчас на нас будут бежать копы. В принципе, до конца этого уровня. И все, что нам остается, это терпеть. У нас даже нет прицела, кстати. 5 минут ожидания, да. 5 минут ожидания, пока приедет последняя цель. Здесь еще дальность выстрела довольно-таки низкая. Терпеть, бог, да. Лимузин посигналил, это значит, что он ускорился. Как только лимузин заезжает за эту красную дорожку, я взрываю мину. Тем самым убиваю одну из целей, ее охранника, и машина движется быстрее из-за этого. Второй лимобуст не сработал.
волнение и высокая чувствительность мыши, конечно, дают о себе знать. Зачем делать лимобусты? Лимобусты делаются с целью, чтобы последняя цель приехала быстрее. Каждый лимобуст дает 2 секунды в идеальном исполнении. Один двойной буст дает 4 секунды, очевидно. И последняя цель как раз-таки приезжает на лимузине, на одном из последних лимузинов. И нам нужно ее убить. И убить ее мы можем только таким способом. К сожалению, пока не был найден... Опять не получился второй буст, только первый. К сожалению, пока не найден альтернативный способ убийства последней цели, которая приезжает последняя. Но я надеюсь, что в будущем получится его найти. Потому что это засейвило бы очень много времени. В общем-то, кстати, что еще я сделал сейчас? Вы могли заметить, что я вколол шприц выходящей даме из лимузина. В общем-то, для чего я это сделал? Я это сделал в тот тайминг и момент, как только она вылазила из лимузина, и продолжалась еще ее анимация выхода из лимузина. То есть, если бы я стрелял в нее, если бы начал душить, тогда бы... Все получилось тоже. В общем-то, шприц скипает большую часть анимации. Анимация выхода персонажа, то есть вот, вы видели, персонаж лежит, ну или сидит, но при этом, в общем-то, анимация быстрее проигралась. Неужели я сделал 2 буста хороших, более-менее, конечно. Стоп, я забыл закинуть мину для убийства последней цели. Но в целом это не дает таймлуза никакого. Потому что это та миссия, где нам нужно много ждать. Сейчас нам нужно убить еще одну цель, которая находится, скорее всего, в туалете или рядом с ним. Но сейчас мы это увидим на карте. А, вот он. Уже вышел из туалета. Это хорошо, конечно. Не пришлось его искать. Сейчас мы ждем, пока приедет последний лимузин, в котором находится наша последняя цель. И после того, как последний кварт закроет дверь лимузина, мы нажимаем на детонатор, взрывается мина и убивает последнюю цель. После чего мы завершаем миссию. Здесь мы просто обязаны купить улучшение. Не знаю, зачем я сейчас купил не то улучшение. Ну и на этом все. Нам нужно было улучшить только Silver Boiler, потому что все остальные улучшения нам не нужны. Это моя любимая миссия в игре, в принципе. Теперь у нас по 18 патронов. Окей, 4 патрона — это хорошо. Не получилось нажать кнопку езды лифта вниз, к сожалению, сразу как я вошел в лифт, поэтому пришлось подождать, пока я перезаряжусь. Наша цель... Наша цель самая рандомная в этой миссии, которая руинит просто миллионы ранов категории проса. Имела очень быстрый рандом в этот раз.
Ну, в общем-то, мы убили вот одну из целей и вторую из целей. Вторая цель, это агент, такой же агент, как и мы, но только, видимо, не на настолько высоком уровне он, раз он находится на этой локации. Сейчас я убил еще две цели. На этом, в общем-то, все цели мы выполнили. Здесь есть еще дополнительная цель, скачать данные с компьютера. Но эта цель не обязательна, поэтому мы ее не выполняем. В общем-то, нам осталось пройти две миссии. Получается, вот эта миссия и последняя. Конечно, с эстимейтом я переборщил. Нужно было ставить, наверное, саб 25 минут, а не саб 30. Потому что ран закончится примерно через 3 минуты. Может быть, чуть раньше. Я сейчас бежал по левой стороне, чтобы гварды, которые меня преследуют сзади, не заметили меня по той причине, что в один момент просто закрылась дверь. Закрылась дверь и все. С помощью мины я сейчас через стену убил цель. Единственная цель в игре, которую казуально нужно убивать очень долго. Потратив на это, наверное, минуты 3, как минимум. И с помощью мины, очевидно, это намного быстрее. В целом, тот результат, с которым я сейчас завершу этот ранд, будет равняться топу 4 на лидерборде, потому что топ-3 у меня. Ну, в общем-то, основная конкуренция там, в общем-то, как раз-таки за первые 3 места. Нам нужно подобрать пушечку с этого киномана. И на этом ран завершен. В общем-то, идеально получилось сделать расстрелку в конце. Буквально с двух выстрелов легло сразу 4 цели. Никогда такого не было, кстати. Первый раз такое вижу за 1000 часов в игре. 23:12 у меня показывает время. 23:13. Окей. 23:13. Ну, вполне доволен этим результатом для No Reset Run. Вполне неплохо. Примерно на 1,5 минуты хуже моего ПБ. Ну, в ПБ, конечно, некоторые рандомные моменты мне помогли, в общем-то. Ну, на этом ран завершен. В общем-то, я рекомендую всем поиграть казуально в эту игру.
Потому что это лучшая, наверное, часть Хитмана для казуального прохождения из всех частей. В плане спидрана это не лучший Хитман, потому что лучший Хитман для спидрана это Хитман Codename 47. То есть агент 47 ПОК. Ну и все, сейчас начинаются титры. И на этом я с вами прощаюсь. Но не прощаюсь надолго, потому что завтра мы с вами увидимся на моем спидране Ведьмака. Спасибо всем, кто смотрел. И всем пока.